Наконец-то Маша созрела. Я уже давно созрела. Для стрижки. Чтобы сделать прическу себе. Так, куда мы идем? Китайскую какую-нибудь. С одной стороны будет лысая, с другой длинные волосы. Мечтай. Косичка. Мечта? Мечта, Игорь. Нет, на самом деле я просто хочу подстричь волосы, потому что... Я не стригусь с беременности, да? Нет, я как раз-таки беременна и стригусь. Да? А после родов стригусь? После нет. Ну вот это будет первая стрижка после того, как появился Элита. Да? Надеюсь, Элита меня узнает. И не будет плакать. Да. Я уже в этой парикмахерской стригся. Там прикольные мальчики. Говорят на русском иногда. Видимо, когда... Ой! Да? Ага. Когда стригут ухо. Ухо отрезали. В общем, сегодня у них будет VIP-персоны. И все внимание будет на нас. Ну как тебе машинка? Все, я отдыхаю. Релакс. Первый раз я ему от головы понес. Расслабляйся. Машеньку состригают, состригают там. Будет красавица. Пьявлень. Расскажи свои впечатления. Если скоро передумаю, то оставят длинный. Передумаешь сзади состригать? Впереди состригать? Те, что осталось. Они тебя постригли по шею. Сзади. Ну я не ожидала, что будет так коротко. Да? Ну, не пугайся. Они еще высохнут и поднимутся. Ну, укладывать, может, будешь, прикольно будет. Да? А мы тут с Элиткой пока скучаем. Маша преобразилась. Ну, как тебе впечатление? Расскажи, ощущения. Непривычно. Непривычно? А как тебе вообще в Китае стричься? Ну, прикольно. Еще бы язык знать, что он там говорил. Да. Зато, с другой стороны, там, нет, как бы ничего не спрашивал, там, кто нас постоянно спрашивает, там, здесь так, а здесь так, а здесь так. Просто сделал, и все, как он умеет. Сейчас аккуратно. Все, стой. Стоп. У нас, скажи, ворчат эти, да, парикмахерши, там, что-нибудь спрягаются. А тут мальчики прикалываются, шутят. Как тебе вообще стрижка? Ну, ничего, сейчас просто ветер. У меня все развивается в разные стороны. Да. Прикинь, он дешевле, чем меня постриг тебе. Да, всего 200 рублей. Получилось. У тебя 20 юаней, у меня 30 выходила стрижка. Странно. Мне скидку сделали. Ага. Вот так вот. Повернись, покажись. Прям зеленый свет. А Элита поспала, пока меня стригли. Маша такая сразу девочка стала. Да, только от ветра все лезет на лицо. Ага. Ну все, теперь пойдем на маникюр. Сходим к стилисту. Ага, еще куда? Ну все, пора начинать уже, это нормально. Ладно, это мы вырежем. Ну, в общем, вот так вот я решила. Психанул, что называется. Я отрезала свои волосы. Мне понравилось, так что... Можно не бояться ходить в парикмахерскую. У Алиты волосы отрастут, и тоже пойдем тебя стричь, да? Когда-нибудь. Так что подписывайтесь на наш канал. Мы вам еще будем показывать что-нибудь интересное.